Если у вас кухня сложной формы, нам приходится укладывать плитку после установки кухни. Как вы видите, здесь очень сложная форма кухни, и уложить плитку до ее установки не представлялось возможным. Также немаловажный момент, столешня от кухни должна заходить под плитку, чтобы избежать установки здесь неких плинтусов. Укладывается плитка, проходится силиконом, и у нас получается эстетичный и практичный узел примыкания.